Алматы завершился крупный международный турнир по настольному теннису «Контендер Алматы». 5 дней мастера малой ракетки определяли сильнейшего в мужском и женском одиночном программах, а также в парах. Всего 140 атлетов из 28 стран мира. Это первые подобные соревнования для Казахстана, призовой фонд которого был 75 тысяч долларов. Честь Казахстана защищали сильнейшие атлеты страны, однако до финала они, к сожалению, не добрались. Уступив сильнейшим теннисистам, к слову, соперники котируются и на мировой арене, входя в десятку лучших. В итоге чемпионом первого алматинского контендера в мужской программе стал немец Рувен Филус. В женском выступлении золото взяла японка Хина Хаята. В парных состязаниях у мужчин не было равных дуэту из китайского Тайпэя. В этой же программе у женщин золото выиграли Мия Хирана и Хина Хаята. Таким образом, чемпионы контендера Алматы заработали по 5000 долларов и важные рейтинговые очки. И я думаю, что этот турнир будет регулярным. Мы будем регулярно встречаться в Алмате. Может быть, у нас так будет развиваться, что и в других городах будет проводиться международные турниры, я не знаю. Мы, наверное, еще 2-3 года будем проводить контендеры, а потом перейдем на стар-контендеры. Это на уровень выше. Стоит отметить, что прошедшие алматинские старты для теннисистов важны еще и потому, что являются генеральные репетиции чемпионата мира, которые начнутся в конце сентября в китайском городе Чэнду. На мировом первенстве выступит и мужская сборная Казахстана.